А также на этой неделе состоялась квест-игра «Мы помним, мы гордимся», посвященная 75-летию Великой Победы. Стать участником квеста мог любой желающий. Всего-то и нужно было отправить заявку с количеством участников и придумать название для своей команды. Нельзя не отметить, что квесты такого рода – это замечательный способ совместить интересный отдых с познавательным процессом. Именно поэтому команды собирались целыми семьями. Ну, мы только начинаем. Конечно, мы посмотрели карту, там довольно большие расстояния между пунктами, но я думаю, что это будет очень интересно. Вот. И я думаю, что будут и такие места на карте, на которых мы просто в городе еще не бывали. Потому что в речной части мы бываем редко, сами мы и железнодорожные. По мне, тема войны, связанная с Печорским краем, она как бы знакома, потому что часто рассматривали эту тему и в школе разбирали с ребятами. Вот. Поэтому я думаю, что даже некоторые вопросы будут даваться очень легко. Ну и потом мы вот поработали уже с одним из стендов информационных. Там информация изложена очень подробно, доступно. Вот. Те факты, которые необходимо найти и указать в маршрутном листе, в принципе, не вызывают затруднений их способ нахождения. Думаю, что мы много нового для себя почерпнем. И вот это тоже как раз-таки такой интересный для нас будет момент. Ранним утром каждой команде, а их было 9, был отправлен маршрутный лист по памятным местам воинской славы в речной части и карта для ориентирования. Участникам квеста представилась возможность совершить настоящее путешествие и узнать больше о героях войны, переулках, улицах и многом другом. Ой, очень интересный квест. Всей семьей пошли, ребенок заинтересовался тоже. Перед этим даже захотелось посмотреть некоторые вопросы заранее, чтобы как-то немножко быть подкованным, обновить знания. Какой-то толчок даже очень интересный был, с интересом очень поискала некоторые ответы на вопросы заранее, чтобы подготовиться. В принципе, несложно. Несложно. Главное внимательно почитать еще информацию на стендах. И как-то соотнести с ответом. Уточнилось точно, где находится переулок Хатанзейский, где улица переулок Обреснина. Я все путала с улицей в городе Ухте. Все время не хотела с улицей назвать. Вот. И мы тут соотнесли, где оно что находится. Вот. Как пересекаются наши улицы тоже. По карте даже посмотрели, сравнили. Вот. Очень карта помогла. Как хорошо, что карту придумали. Вот. Какие-то вопросы даже можно было просто по карте посмотреть, потому что в табличке этого не было. Вот, догадались. Так вот, вообще очень игра интересная. Мне понравилось, что можно семью как бы сподвинуть и друг друга поддерживать вместе. И вместе по всему, по всей хотя бы нашей личной части пройтись. Вот это очень интересно. Мне так очень понравилось. Можно было бы еще поучаствовать. Начался квест в 10 утра. Вот только на старте не было всех команд. А все потому, что участники сами выбирали удобное для себя время. Впереди каждую команду ждали 13 информационных стендов, которые должны были помочь им не только ответить на вопросы маршрутного листа, но и узнать для себя много нового. Я какой из города, очень довольна, мне это было интересно. И вспомнить историю своего города, я здесь жила с рождения до 18 лет, и много чего я не знала, так как жила в железнодорожной части города, соответственно, уже в взрослом сознательном возрасте познакомилась с более близко с историей своего родного города. Это здорово, что есть возможность такая жителям знакомиться с историей. Учитывая, что я люблю подобные вещи, квесты, опять же, историю в школе тоже любила, предпочитала. Мне было интересно, а когда интересно, нет сложностей. Узнала, что улица Мира изначально называлась Интернатной, потому что там было. То есть, да, есть некоторые моменты, которые я для себя открыла, отметила и тоже
свою в копилку знаний это внесла. Все команды успешно справились с заданиями и отлично провели досуг. Даже погода в этот день не подвела. А об итогах квеста и победителях читайте в свежем выпуске еженедельника «Волна».